Приветствую! В эфире Вымпел. Здесь ты, дорогой друг, как всегда сможешь узнать самое интересное из мира компьютерных игр, настолок, комиксов, сериалов, ну и прочих сфер гиковской жизни. Смотри сегодня в выпуске! Обновленный Ведьмак, новая игра антология The Dark Pictures, где никто не услышит твой крик, также Империя за 8 минут и Стражи Галактики. По традиции, наш выпуск мы начнем с блока новостей. Ну, в частности, с компьютерных игр. В сеть просочился тизер Directive 8020, следующей части антологии The Dark Pictures. Судя по ролику, можно представить, что нас ждет космический хоррор в духе чужого Ридли Скотта. Но, во всяком случае, можно утверждать, что действие развернется на борту космического корабля, где кто-то, или, скорее всего, что-то заставило космонавтов нападать друг на друга. Напомним, что на данный момент в антологии Dark Pictures планируется 9 игр, 4 из которых уже вышли. Самая последняя на данный момент, четвертая, заголовком Devil in Me, доступна с 18 ноября на ПК и консолях обоих поколений. Ее сюжет посвящен съемочной группе документальных фильмов, которые попали в копию знаменитого «Замка убийств». А там их уже ждет, кто бы вы думали, очевидно, маньяк. В сеть раньше положенного просочился геймплей российской экшен-РПГ «Смута». В нем показано исследование лесной локации, а также сражение главного героя с разбойниками в какой-то пещере. Можно заметить, что боевая система подразумевает такие разнообразные действия, как выпады, блоки, несколько стоек, можно было увидеть баланс и атаку. Также на данный момент известно, что в основе игры лежит книга «Юрий Милославский или Русские» в 1612 году. Напомним, что на разработку «Смуты» Ири выделил студии Siberia Limited 260 миллионов рублей. На данный момент известно, что релиз ожидается в конце следующего года на ПК и консолях. CD Projekt Red провела прямой эфир, на котором показала живые кадры долгожданного переиздания третьего Ведьмака для ПК и консолей текущего поколения. Разработчики продемонстрировали ряд графических новшеств, а также несколько функциональных улучшений. Самого важного, ПК-версия получит трассировку лучей, множество эффектов отражения, а также настройки графики Ultra Plus. Также в игре появится отдельный фоторежим, специальный режим камеры, в котором она ближе к Геральту, по аналогии с такими играми, как Бог войны, полностью переработанные текстуры, травы, тумана, повышенная детализация объектов и прочие визуальные улучшения. Версия третьего Ведьмака обзаведется поддержкой фишек контроллера DualSense. Появится опция упрощенного использования знаков, где не надо лезть мышкой в это круговое меню. Также обновится карта с дополнительными фильтрами, будет долгожданная опция, отключающая множество ненужных знаков и активностей. А также появится масштабирование субтитров, катсцены можно будет ставить на паузу. И что потрясающе, опциональный динамический HUD, который будет пропадать во время поездок и сражений, чтобы не мешать любоваться красотами. Из дополнительного контента можно отметить вдохновленный сериалом «Ведьмак» от Netflix. Это некоторые мечи, броня, вроде как даже обещают квест, и кросс-прогрессия, то есть перенос сохранений между платформами. Обновленная версия The Witcher 3 доберется до владельцев ПК, PS5, Xbox Series X и S уже 14 декабря. Апгрейд, что безусловно приятно, бесплатный для всех обладателей оригинальной игры. Полный список изменений появится до запуска. На этом наша новостная рубрика подходит к концу, а мы плавно переходим к следующей — про книжки и про комиксы. Следующая книга нашей рубрики — это «Стражи Галактики», на данный момент самая известная часть космоса комикс и киновселенной Марвел. Можно было видеть уже два фильма во вселенной Марвел. В этом году зимой должен выйти рождественский спешл, в следующем году обещают триквел. Пользователи и любители видеоигр могли оценить игру от Telltale, также могли оценить игру от Eidos Montreal. И, думаю, сейчас мы все можем насладиться книжкой, изданной Камильфо. Это набор комиксов 19 года, 12 выпусков за авторством Донни Кейтса. Это человек очень известный в Марвел, причем известен он как раз-таки за космическую тематику. Он работал над Халком, над Тором. Ему принадлежит история о Таносе, которая, кстати, тоже локализована. Один из самых крупных и известных ивентов «Король в черном» про симбиота из глубокого космоса также принадлежит его перу. И Стражи следуют главному правилу Стражей последних лет и в том числе правилу капустников, поскольку на огонек заглядывают все.
Команда отходит от своего классического состава, это является одной из частей затравки, то есть привычный по играм и по книгам, которые как-то связаны с киновселенной. Можно уяснить, что там есть зеленая девушка Гамора, человек Старлорд, он же Питер Квилл, енот, Грут, Дракс, ну и там иногда появляется Мантис, такая прикольная телепатка с рожками, и еще сестра Небула, синий киборг, бегает где-то на фоне. Но здесь состав поменялся, из оригинального остался только, собственно, сам Старлорд и Грут, причем они тоже поменяли свои образы, как-то очень умело синергируя части, старые, известные из старых комиксов, и какие-то новые для разбавки. На огонек заглянет и Хэла, и лично Бета Рэй Билл, один из товарищей Тора, и злодей Анигилус, и Нова, то есть персонажи, которые хоть как-то связаны с космосом, тот же Черный Орден, верный прихвостни Таноса, они все здесь появятся. Если мы говорим о космосе, мы вспоминаем не только Стражи Галактики, но и Звездные войны. Это взрывы, это зрелище, это какое-то яркое шоу. И комикс идеально справляется с тем, чтобы подавать сюжет. Благо, книга довольно толстая. Здесь есть про что рассказать. Здесь есть ряд тайн, которые в конце книги будут разгаданы. И также ряд тайн, которые появятся вам затравкой на следующей части. И также здесь очень много красивого экшена. Причем он разнообразный, то есть обилие персонажей, это и какая-то магия, и это взрывы, технологии, то есть есть на что посмотреть, и это очень приятная особенность, потому что история не строится вокруг какого-то одного приключения, здесь буквально можно соединить разные части, и церковь вселенской истины, которую можно было видеть в одной из последних игр, здесь есть и сам лично Танос, который точно так же появлялся в предыдущей книге Кейтса. Здесь есть и какие-то взгляды в прошлое, например, можно будет окунуться в историю ракеты. Здесь есть и очаровательный Космо. Причем одним пёселем в книжке дело не ограничится. Здесь еще есть и Локджа из нелюдей. То есть полный набор известных как для каких-то алдов, так и для неофитов персонажи имеются. По поводу динамики, книжка читается очень легко, причем можно заметить, что я сейчас не как-то выискиваю какие-то фрагменты, а просто ее в нагляд листаю, потому что удержаться очень трудно. Обычно бывает так, что у книги есть проседание в начале, в конце, но здесь, даже если какой-то конкретно вам персонаж не очень интересен, это просто балдежно листать, смотреть, все прорисовано, детализировано, ряд каких-то дополнительных обложек. И надо сказать, что книжка вышла очень вовремя, потому что как раз-таки спешл должен быстренько оживить интерес к Стражам, о которых мы не слышали со 17-го года, если мы говорим про их конкретно киношные похождения. Они как-то появлялись в «Войне бесконечности» в 18-м году, они чуть-чуть появились в «Эндгейме» в 19-м и совсем чуть-чуть в недавнем «Торе. Любовь и гром». Однако там их появление было буквально на уровне камео и знакомых лиц, поэтому что-то, что вернет интерес, как-то напомнит и даст новый взгляд, было необходимо. И мне кажется, здесь это есть, потому что здесь есть и Адам Уорлок, и Скруллы. То есть вообще, в принципе, все, что в последних каких-то медиа аккумулировало про Стражи, здесь появляется. По поводу качества самой книги надо поговорить не только о визуальном наполнении, но и о самой обложке, о типе. Во-первых, очень красивый корешок, будет отлично смотряться на полке. Причем, если вот так посмотреть, здесь есть Звездный Лорд. Причем обложек, как всегда, несколько. Моя вариантная называется BTS. Ну, вот буквально вот они слева направо. Также можно сделать пометку 18+. Насилия много, оно красочное, поэтому почитать будет что. Очень плотное, приятно лежит в руках, то есть это не какие-то тонкие глянцевые страницы, это как раз-таки очень крепкая, буквально хорошо сбитая книга, которая украшением полки станет и приятную тяжесть в руках добавит. В общем, чувство собственной важности во время прочтения будет только расти. И приятно видеть лично мне, как человеку, для которого первые Стражи ассоциировались больше с каким-то раздолбайством, вторые с историей про семью, а дальше их задвинули в общий капустник, то на передний, то на задний план. Приятно видеть, что это вот пример серьезной, интересной, выверенной и многоплановой истории. То есть, если вы любите Стражи и вы хотите посмотреть на них в несколько новом амплуа, я считаю, что это будет для вас просто идеальным выбором на вечер, а то и на два. В любом случае, приятного вам будущего чтения. А на этом наша рубрика плавно с небес спускается на фэнтезийную землю, ведь у нас следующие настолки. Не отходя далеко от темы обещанных настолок, у нас сегодня фэнтезийная 8-минутная империя с подзаголовком «Легенды». Итак, настольная игра Райана Лауката.
Ну, как честно было сказано в названии, игру можно действительно разложить. Ну, по крайней мере, сыграть в нее за 480 секунд, то есть за 8 минут. Принцип игры прост. Задача победить по очкам. Это классическая схема множества игр, о которых мы в том числе говорили раньше. Роднит их с ними также небрезгование деревянных компонентов. Например, это кубики, но надо отдать должное игре. Они здесь очень прикольных цветов. Это какой-то то ли аквамарин, то ли какой-то оттенок бирюзового. Очень интересный фиолетовый. Ну и, разумеется, потрясающе вырезанные фигурки замков. Причем тут у каждого дома, то есть у каждого цвета, он не один, их может быть несколько. И выглядят они, конечно, мое почтение. Для такой скромной по размерам и габаритам игры это очень изящное решение. И их приятно как-то двигать, и масштаб сохраняется. В общем, с точки зрения визуального оформления игра шик. Принцип довольно прост. Вы начинаете из какой-то конкретной точки. Игра рекомендует расставлять локации Т-образно, но один из вариантов игры подразумевает расставление прямоугольником. Мы к нему прибегнем. Поля двусторонние, то есть, допустим, вот у нас здесь скала, а здесь уже какой-то зеленый риф. Передвигаются юниты через смежные локации или через такие морские пути. Смысл набрать больше очков, как я говорил, поможет вам в этом. Манера делать ставки, готовность платить за карты, за получение их преимуществ, эффект схожий со 100 тысяч лет до нашей эры, и также ряд фэнтезийных особенностей, которые отличают игру от обычных 8-минутных империй. Также здесь есть персонажи, однако акцент в персонажах в первую очередь делается также на их особенности и фактически на... В зависимости от того, кого вы выберете, за ту функцию будете получать очки. То есть выберете чародейку, будете получать очки посредством забора армии. То есть разгромили армию, забрали, вы как будто какой-то лич похитили их души, получаете очки за них. Рыцарь получаете за контроль регионов. Королева-фей, ну у нее так и написано, одно победное очко за каждые 3 лесные карты. И в конце игры можете купить доп-карту по обычным правилам. Действие не выполняется. То есть фактически звучит, как будто в конце игры можете добрать какие нужны карты вам для синергии. Ну и атаман разбойников, куда же без разбойников в любом фэнтези. Это он, что удивительно, является исключением из этого правила и фактически грабит за счет монет. Однако монеты в конце игры тоже считаются как очки, поэтому формально под описание подходят. Монеты, раз уж мы о них заговорили, они здесь выполнены не пластиковыми жетонами, не какими-то деревянными компонентами. Это картон. Картон плотный, несмотря на долгий срок службы, картон хорошо держится, хотя, надо сказать, немножко смущает то, что очень странно отпечатано, вроде как диск ровный, а монета смещена куда-то к краям. Это немного режет глаза, однако в пылу игры, когда вы стремительно делаете ставки, это может быть и не особо заметно. Также по аналогии с третьими героями есть какие-то свойства локаций неизвестных, они скрыты, и как только вы встаете, например, опа, у вас золотые горы, возьмите монетку, опа, волшебный ручей, возьмите две фляжки. Или, опа, какое уютное здание с уютным дымом. Ну, может еще и не повезти, может быть, там будет написано что-то. Вы теперь выглядите как 8-минутный черт. К слову, о чертях и прочей нечисти. По заказам любого фэнтези трудно обойтись без дракона. Здесь он есть, он красуется на коробке. Здесь будет его лучше видно, чем на маленьком жетоне. Жетон лишь повторяет эту иллюстрацию. И за его победу, которая достигается, разумеется, обилием вложенных усилий, можно получить много очков. О самих играх, которые подразумевают собой там не оставить человека без карт, не там, я не знаю, обмануть, а просто переиграть друг друга по цифрам, можно относиться к этим играм по-разному. Они могут быть интересными, они могут быть какими-то, наоборот, слишком примитивными, механичными, но надо отдать должное. За 8 минут разложить такую, ну, довольно обильную по компонентам, тут еще карты есть, которые влияют на вашу победу, игру, это надо отдать автору должное и надо отдать должное нашим локализаторам, Hobby World, которые позволили нам в эту игру поиграть. Если у вас есть компания и вы не хотите играть в Свинтус, это прекрасная, интересная альтернатива с погружением. Я считаю, вам она может понравиться. На этом наша программа подходит к концу. Выпуск был насыщенным, и могу пообещать, что следующий будет точно таким же. Не переключайся!